Всем привет, друзья, канал Мусалим. Работаем на Kia Sorento Prime. Мобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Мы забрали краткий обзор по салону. Смотрим, кое-где вибропластом обработан. Небольшие куски в дверях также присутствуют. По багажнику, пол в багажнике кое-где обработан. Небольшие квадраты на задних арках. Это в автомобиле одни из самых шумных мест. Владельца не устраивает данная шумоизоляция. Подготавливаем поверхность и приступаем исправлять. Закончили клеить вибропласт на Kia Sorento Prime. Проклеим у нас пол в багажнике, задние арки, крылья. Проклеим пол в салоне. Тщательно прокатываем багажник. Первый слой нанесли в дверях вибропласт, толщина его 3 мм. Ступили наносить второй слой, это мембранный шумопоглотитель 6 мм. Продолжаем нашу работу. Друзья, закончили клеить изоляцию на Kia Sorento Prime. Проклеим у нас мембранным шумопоглотителем пол. Багажник. Также мембрану нанесли на задние арки, крылья. Проклеим пол в салоне. Третий слой нанесли в дверях. Вибропласт, толщина его 2 мм. Четвертый заключительный слой. Мы наносим на дверные обшивки. Шумопоглотитель 15 мм. Мобиль готов. Собираем, проверяем. Ставьте свои комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.